На торжественное мероприятие пришли работники всех учреждений здравоохранения района. Со сцены не умолкали слова благодарности. Выступающие говорили о важности и незаменимости труда людей в белых халатах. Позвольте, пожалуйста, сегодня от лица главы района Михаила Васильевича Уфимова, от лица главы администрации района Александра Владимировича Кузьмина поздравить вас с профессиональным праздником. Правильно сегодня говорят, что ваша профессия – это профессия самая гуманная, самая благородная, которая есть на свете. Именно вы каждый день встречаете боль и страдания людей. С вас начинается жизнь. Именно к вам идут за спасением. На вас молятся, как на Господа Бога, когда может оборваться жизнь. Вы всегда рядом. Профессиональный праздник – своеобразный рубеж и время подведения итогов за прошедший год. Сотрудники здравоохранения потрудились на славу. Врачи, медсестры, фельдшеры и акушеры различных медицинских учреждений всего Великоустюгского района получили в этот день награды различного уровня. В зале Дома культуры собрались те, кто уже 20, 30, а то и 40 лет отдал здравоохранению. В этот день говорили об успехах районного здравоохранения, о приобретении нового оборудования, проводимых ремонтах и о проблемах, среди которых малый приток кадров, обеспечение медицинской помощью жителей села. При поступлении каждый пациент получает индивидуальный подход и квалифицированную помощь. О поступлении тяжелых пациентов нам сообщает диспетчер скорой помощи заранее, мы приглашаем нужного нам специалиста. В нашем отделении есть современное оборудование, проводятся рентгенологические, лабораторные исследования. И самое главное – это золотые руки медперсонала. Этих людей называют докторами, врачами, целителями, а иногда и просто людьми в белых халатах. Их работа – сохранять наше здоровье и спасать жизни. Ведь болезни, недуги не дают выходных и праздников. Именно поэтому нам в череде каждодневных забот нужно найти время для обычного человеческого спасибо. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.